этих камерах содержатся пленники для ритуала. Люди, за которыми ты посылаешь, окажутся здесь. Помни, что заключение — это преддверие пытки, так называемая подготовка. Не забирай никого, пока они не будут готовы. Понял. Звуки из камеры пыток передаются сюда по трубам в потолке. Так ты контролируешь своих жертв. Пусть крики одного пленника заставят его сокамерника дрожать от страха. Как идут дела? Их немного осталось. Иногда они поглощают сами себя. Или раскалываются, если их использует непосвященный. Мне повезло. Сфера, которую я нашел, пощадила мою жизнь и сама возвратилась на свое место. Я знаю об этом, потому что позже Александр забрал ее и привез в Бренденбург. Эйлер был отважен и решился на то, на что я не времен падения веры в Митру, он смог избавиться от того ужаса, который мы с тобой связываем со сферами. Он использовал сферы и отправился далеко, за пределы этого мира. Зашел слишком далеко, Даниэль. Придется тебя остановить. Дальше ты не пройдешь. Прости, друг. Как идут дела? Ты открыл дверь? Отлично. Я знал, что ты справишься. Я могущественный. Не настолько, насколько хотелось бы, мальчик мой. Я сделал все, чтобы сбежать из этой темницы. Но теперь моих сил хватает лишь, чтобы жить.
15 августа, 1839 год. Защита, купленная кровью, разрушается. Тень мечется рядом. Ее вой отвлекает меня. Торопись. Времени нет. Нужно убить еще одного. Александр достает нож. Он хочет, чтобы я резал плоть. Сделай это. Спаси себя. Он негодяй, Даниэль, хладнокровный убийца. Торопись. Александр, оставьте меня в покое. Мне нужно сконцентрироваться. Нанести краску на тело. Резать по линии. Резать плоть. Смотреть, как льется кровь. Пусть идет. Пожалуйста, я не сделал ничего дурного. Наносить краску. Резать по линии. Наносить краску. Резать по линии. Прошу. Кричит человек. Тихо. Тихо. Засыпай. Я молодец. Жизнь за жизнь. Слышишь, страж сферы, я сделал это для тебя. А сейчас пусть твоя тень уходит. Александр, времени мало. Мы должны действовать быстро. Я готов на все. Колесо прекрасно подходит, чтобы обездвижить жертву во время ритуала. Человека можно привязать к ободу или растянуть на колесе, привязав конечности к спицам. Затем сгодятся любые инструменты, и пытать пленника можно любым способом. Но главное достоинство колеса – провалы между спицами.
Когда решишь, что жертве пора умереть, можно сломать кости конечности молотом так, чтобы жертва оказалась внутри обода. Но они ведь умрут. То есть, умрут слишком быстро. Не волнуйся. Тело человека куда прочнее, чем кажется. Они могут умирать несколько суток. Thank you.
это снова ты. Невероятно. Ты нашел рецепт веера. Еще есть надежда. Слушай внимательно, мой мальчик. Александр хочет открыть врата, портал в иной мир. Он мечтает отправиться туда. Сдержи свой гнев, мой мальчик, и позволь ему открыть портал, прежде чем отомстишь. Позволь мне пройти через врата, Даниэль. Пожалуйста, найди ингредиенты и приготовь эликсир, описанный веером. И сделай это, прежде чем соберешь сферу. Барьер во внутреннем святилище будет снят на короткое время. Чтобы спасти меня, тебе придется подготовить все заранее. Клиросе больше ничего не осталось. Иди в трансепт и найди остальные осколки. Барон, сколько? Убей! Прошу, убей! Этот, приготовьте его.
решение готово. Хорошо. Ты же человек. Как ты можешь в этом участвовать? А кто он такой? Преступник. Не обращай внимания на его вранье. Я не злодей. Это был несчастный случай. Он поджег человека. Послушайте, я не виноват. Ужасно. И не говори. Мы имеем дело с чудовищами. Что угодно, я не виновен.